Добрый день, друзья. Заметил на винограде оидиум. Если вот на ягодах такие пятнышки, белый налет и запах ягод сырой рыбы. Это означает, что виноград поразился оидиумом. У нас сейчас холодно, 11-12 градусов тепла всего лишь ночью. Дожди, и виноград болеет. Буду пытаться спасти кусты. Буду обрабатывать виноград вот такими вот препаратами. Первый — это фалькон. Это все буду в бачок лить фалькон, сыпать шавит, комбинирую их вместе. И вот такой вот у меня большая пачка, 2,5 килограмма, юнкер от агросферы. Пластиковый стаканчик, в нем примерно 50 грамм получается. Эти препараты мешаю кучу. Одеваем старую одежду, которую не жалко, чтобы можно потом было ее выкинуть. Кепку, чтобы поменьше яд попадал на тело. И обрабатываем кусты. Обрабатываем и гроны, и листья. Тщательно весь куст. Будем надеяться, что виноград будет спасен и болезнь дальше не распространится. Потому что заболели только несколько кустов. Большинство винограда здоровые кусты.